Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать Bluetooth адаптер второй версии, который я купил за 73 рубля на сайте AliExpress. Вот. Я, честно говоря, сомневался, что это вообще что-то может быть рабочее и такое, в принципе, годное. Читал про аналогичные у нас на разных сайтах, да, там DNS, там многие сайты, да, там связной продают наподобие, да, вот фирму Беру там есть, там в районе 100, ну, до 200 рублей стоит такой адаптер, вот, ну, и также много других там всяких и ноунеймы, там, и с какими-то марками, тоже они вот так вот выглядят, такой маленький корпус, такой полукруглый, вот, и здесь вот расположен Bluetooth адаптер, вот. В общем, я купил сразу два и, в общем-то, даже не пожалел. Ну, такая вот маркировка, ни о чем не говорящая. Драйвера никакие не идут. С драйверами могут возникнуть проблемы. Я вначале пробовал поставить драйвера. Просто в поиске забивал EDR 2.0 Dongle, да, вот так вот. Вот, мне какие-то выдавал драйвера. Определялись они как Toshiba в проводнике. Вот, и значит, они не пошли. То есть они, в принципе, его увидели, драйвера встали, но подключиться к наушникам, вот я хотел, у меня наушники такие есть, эти JBL, не подключалось. Вот, то есть он их видел, все, пытался подключиться, но соединение не устанавливалось. В общем, что как бы вышло у меня в итоге-то, как я поставил. Я попробовал еще другую версию тоже скачать, тоже не пошло. Потом я, ну, даже, в общем-то, как бы у меня были сомнения, да, потому что я не думаю, что эти драйвера подходят. Но я поставил, и они подошли. Это Blue Cellel, такие достаточно распространенные фирмы ИТВ. Вот. Они единственные там с ограничением времени, но на сайте RLS.net я, в принципе, скачал, там есть там вариант с серийником, вот. Ну, это я как бы так на пробу, скажем так, да, там вы сами решаете, покупать эту программу. Вообще она идет обычно с брендовыми донглами, как бы, да, Bluetooth адаптерами. Вот, значит, на сайте AliExpress вот этот адаптер, да, продавец, вот если увидите вот сверху 3C Fan Store, вот, ну, в общем-то, кто-то и другой, может, другие продавцы могут продавать, в общем, за аналогичные деньги. Ну, вот, версия 2.0 вот работает с JBL-овскими наушниками, хотя, ну, они поддерживают четвертую версию, да, ну, видимо, понижение работы. Вот, в общем, когда идет музыка, вот, адаптер моргает вот так часто, да, ну, я сейчас не видно его. Вот у меня лежит он, вот он воткнутый, вот, часто моргает большой частотой, когда нет передач, да, но есть подключение, он моргает реже. Вот. В общем, вот такой адаптер. Что хочу сказать, расстояние приема очень приличное. То есть у меня, ну, я думаю, что в телефоне хороший, в принципе, Bluetooth адаптер стоит, вот, то есть он, в принципе, подключается без проблем, но, как оказалось, у меня телефон, я отхожу где-то метров на 5, у меня уже потрескивание начинается, мне это поначалу вообще бесило, плюс к тому же даже просто бывали потрескивания. Здесь же я выхожу там в другой конец квартиры, ну, вот квартира у меня 80 метров, да, квадратных, вот я ухожу в другой конец квартиры, у меня играет музыка, выхожу на площадку курить, тоже играет, на кухне играет, в туалете играет, то есть я могу перемещаться по квартире спокойно, как бы, и слушать музыку там или там передачи какие-то слушать. В общем, меня это очень порадовало. Вот, ну, смотрим, значит, отзывы уже появились, два отзыва, а, ну, это мои 5 звезд, понятно, все. Вот, значит, здесь продавец как бы пишет. Ну, вообще здесь написано даже 4, совместимый с 4-й версией. Ну, хотя в заголовке у нас написано про версию 2.0.
да, и DR. Ну, я, честно говоря, не особо в этих версиях разбираюсь. Здесь тоже написано версия 2.0. Вот. Ну, вот, во всяком случае, я взял, вот, как бы мне в первую очередь для наушников, для этих нужно было. Вот. Дальше, вот, как он выглядит, в общем, для чего подходит. Единственное, что я хочу сказать, у меня не заработала в этой приставке вот такой телевизионная приставка, вот к ней не подошел, не заработал, в общем, он вот не определился никак, не увиделся. Ну, может быть, я думаю, тут проблема с приставкой больше. Вот, ну, наушники работают прекрасно. Вот. Так что вот так, кто задумался о приобретении недорогого как бы Bluetooth адаптер, пожалуйста. То есть его можно в любую технику ставить, да, то есть купить несколько штук и поставить там в ноутбук, там куда-то еще, в рабочий компьютер, вот, и так далее. Вот, скачивайте драйвера BlueSlayer. Я пока, я написал, в принципе, продавцу о том, чтобы он прислал драйвера мне. Вот, у него на сайте, кстати, даже не указано, что драйвера. Ну, нормальная система, так хорошо настроена, я думаю, должна подцепить их, в принципе, так или иначе. Вот, у меня просто что-то проблема какая-то, в принципе, с некоторыми драйверами, не очень они хотят вставать. Вот, в частности, с Bluetooth. У меня, кстати, есть Bluetooth адаптер другой, вот, старенький еще. Вот, он вообще не увиделся никакой программы. Ну, мне казалось, он, в принципе, неисправен. Вполне возможно. Вот, но он как-то определялся, но тут вставать никак не хотел. С этим тоже трудности возникли. То есть операционка нашла часть какую-то, да, то есть один драйвер, другой ни в какую уже не хотел цеплять. Хотя Windows 7, по идее, там должна была, тут не должно было быть никаких проблем. Вот, поэтому поставить плюс лев, ну, качайте, как бы, вот, я думаю, да, там, в принципе, можно просто где-то найти, наверное, да, может, кто-то там ключом отдает. Она, как бы, я так понимаю, у меня, кстати, вот с предыдущим моим адаптером, она шла, эта программа BlueSlayer, вообще она была как бы на диске, как лицензионная, вот. Но она заточена под конкретный девайс, то есть была. С этим она уже не стала бы, я думаю, работать. Вот. А на сайте есть свободные версии, то есть там серийник найти, какие-то манипуляции совершить, вот, чтобы попробовать понять, там, нужно вам ее там. Ну или там, кстати, демонстрационный период есть использование. Поэтому как бы вам решать, то есть если вы покупаете такое устройство, уже сами решайте, как его дальше использовать. Вот. Продавец особо не предоставляет никаких возможностей там по подключению. Ну, посмотрим, может, пришлет что-то. Ну, я сомневаюсь, что будет что-то лучше. Это уже опробовано, работает прекрасно. Вот у меня даже, наверное, сейчас ни музыка никакая не звенит. Я сейчас попробую. Да, вот в наушниках пошла музыка. Слышно. Все прекрасно. Да, кстати, вот когда музыка не шла, сейчас видите, заморгала чаще. Я немножко вас обманул. Вот, я сейчас музыку выключу. И видите, стал реже моргать. Вот так вот тут даже интересно. Ну, индикатор показывает частоту передачи данных, видимо. То есть данные пошли, он заморгал часто. Вот. Ну, кстати, когда отключить, я вот сейчас отключу Bluetooth. То есть есть здесь функция выключить Bluetooth. Вот, он включил, кстати, заморгал часто. И просто загорелся, да? Вот. Загорелся белый светодиод у меня на наушниках, это значит нет соединения. Я сейчас пробую включить. У меня в настройках, там можно в настройках вот эту программу BlueSlayer, есть фишка такая, что сделать, чтобы автоматически подключалось к сопряженному устройству. Вот, по идее, сейчас синенький должен загореться. Через какое-то время. Вот. Какой-то модемный звук пошел. Интересно. Не знаю, что это такое. С чем это связано? Сейчас попробую музыку включить.
Видите, как бывает. А он может быть в каком-то режиме просто. Я сейчас в программе посмотрю. Я окно не показываю, ну, просто он у меня, он как гарнитура включился почему-то. Я сейчас перевел на режим. Слушайте музыку. Но все равно, все то же самое. Ну, попробуем выключить снова. Вот интересно, кстати, не было такого. Я сейчас включил. Сейчас включаю снова. Посмотрим. Конечно, я рассчитывал, да, что будет нормально все. И вам тут разрекламировал. Но видите, всякое бывает. Вот. Сейчас уже вроде нормально включилось. Вот музыка пошла, да. Ну, я громко не буду подносить, потому что там, может, права, чтобы видео не заблокировали. Там любят сейчас видео блокировать из-за того, что там звук какой-то попадет, там из какого-то аудиозаписи. Ну, в общем, все, ребят, пока. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что-то полезное вы для себя подчеркнули. Вот. В принципе, это связка самого дешевого Bluetooth адаптера и наушников JBL-овских, она работает. Вот. Всем пока, спасибо за просмотр. И подписывайтесь, пожалуйста. Вот. Потому что, как бы, просмотр, конечно, тоже хорошо, но подписка мне, конечно, нужна. У меня канал уже, я бы сказал, молодой по подписчикам, но не молодой по возрасту, уже стыдно. Вот. Я согласен, что не очень я делаю видео, как бы, и не готовлюсь. И, в общем, подача материала у меня не очень. Ну, буду стараться. Всем спасибо, пока.